Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десалина. В вашем месте я бы так не радовался, потому что я не знаю, какая муха сегодня укусила меня за какое-то место, но именно в этот день я решил пройти хоррор-карту. Меня многие давно просили, и многие говорили, что, мол, Эдисон, тебе нужно ее пройти. И я нашел самую крутую хоррор-карту, которая выходила в последнее время. Она называется Back to School, вернуться в школу. И мне кажется, что сегодня будет твориться что-то очень даже страшное. Но у меня есть еще такая идейка. Если ты прямо сейчас поставишь лайкусик, если ты прямо сейчас подпишешься на канал, я обещаю то, что следующую хоррор-карту я запишу с Катюхой. И мы посмотрим, как Катюха здесь навалит полный штаны кукурузы. Ну или чего-то другого, я не знаю. Ну ладно, не время для хихихаха. Нам нужно выяснить, что же произошло в одной из школ. Я не знаю, что это была за школа. Возможно, даже твоя, возможно, не моя. Возможно, я не знаю, что. Опять какой-то блогер, небось, там что-то заснимал. Его вызвали к директору и непонятно. Вот, да, звонок на урок. Слишком впечатлительных, эпилептиков, больных на голову детей я прошу отойти от экрана и не смотреть этот ролик. Потому что здесь будет твориться что-то слишком ужасное. Ну, немножко уже мурашки по коже пошли. Мне кажется, здесь нужен Эдуардо Перетяно, он разбирается в таких делах. Он самый лучший детектив на этой планете, а не я. Но все же я постараюсь выяснить, что же здесь произошло. Короче, как я понял, в школе произошло какое-то преступление. И нам написало то, что эти события, которые мы сейчас будем с вами проживать, это через неделю после вот этого преступления. Опа! Я где-то посередине леса на какой-то дороге приехал на своей тарантайке-развалюхе, которая, наверное, здесь сломалась. У меня есть журнал, и у меня есть два ключа. Ай! Иди сюда, верни. Короче, как я понял, я читал сценарий. В этой школе произошло какое-то преступление. Какой-то учитель убил какого-то ученика. Нам не говорят, какого, какой учитель, но неважно. Я вроде был другом этого ученика, который умер. И спустя неделю после вот этого преступления я вернулся в закрытую уже школу, потому что ее закрыли. И мне нужно выяснить, что же здесь произошло. У меня есть журнал. Мне нужно идти в выход в школу, потому что главные двери закрыты. А, вот, мне нужно двигать контейнер. Алло, алло. Все, не зря меня физрук в школе учил мусорные баки таскать. Такой, Эдичка, я тебе пятерку поставлю, если мусор вынесешь. Не зря. Так, а сейчас, как я понимаю, я могу уже перепрыгнуть, да? Опа. В школу я пробрался. Точнее, на территорию школы я пробрался. Девушки, которые сейчас меня смотрят и которые думают то, что на этой карте не будет ничего страшного. Я вас уверяю то, что будет. Я пока сам не знаю даже что, но что-то до 100% будет. И я уверен то, что эту карту мы не пройдем с вами за одну серию. А за две, а то и за три. И как я уже сказал, если ты хочешь продолжение, ты знаешь, что нужно делать. О, ты чё меня пугаешь? Что это такое? Алло! Ага, это какие-то записки. Не записки, это просто я пишу свой журнал, и это как будто обновление задач. Передняя дверь запечатанная. Мне нужно найти вход через спортзал. Окей. А где здесь спортзал? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, дождики, тихо! Не проходить, запрещенная территория. Ну смотрите, сюда я в принципе не могу пройти, потому что здесь спортзала никакого нет. Опа, канализация. Может мне просто к черепашкам-ниндзям в гости забежать? Может они меня там приютят, пиццей откормят, и все, я просто свалю отсюда с этой школы. Мне никуда больше не нужно. Вот, мне кажется почему-то то, что спортзал должен быть вот там. Кстати, с Новым годом, с наступающим всех, с Новым годом. Как видите, у меня новогодний скин. С Новым годом, всех с наступающим. И маньяк, который находится в этой школе, также всех с Новым годом. Вы знаете то, что я просто профи-мастер в тех случаях, когда нужно изменить атмосферу как можно быстрее. Из хоррор-атмосферы на новогоднюю. Вот мне кажется, здесь как раз я должен... Да, спортзал. Откройте дверь! Дверь откройте! Тук-тук, мазерфакеры! Я пришел тут преступление. Алена! Опа! Так, то есть передняя... Оп, смотрите. Это за мной следы остаются!
Нифигашеньки, как карта проработанная! Я сломаю стекло с каким-то кирпичом. А, это, конечно, все очень даже хорошо, но где мне какой-то кирпич найти? У меня такой вопросик. Маленький всего лишь вопросик. Дайте мне кирпич! Тук-тук! Да я не могу найти никакой кирпич. Дайте я просто ключи сюда за сандалю. Опа! Нет, с ключами я не смог разбить. А это что такое? Диктофон, да, какой-то? Не, и так я тоже не смог разбить. Слушайте, как мне разбить это стекло проклятое? Опа! Подождите, я здесь что-то нашел. Оп, да-да-да-да-да-да-да. Ага, есть кирпичик. Собака! Слушайте, настолько атмосферная карта, то что у меня с самого начала до сих пор просто мурашки. Просто мурашки. Да, а как? Оу! Тихо, 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 тихо. Забираемся в школу. Забираемся в школу. Какие-то записки. Так, мы в школе. Новая записка, нужно Да хватит у меня! Ребят, видели бы вы, как у меня волосы дыбом стоят? Я не знаю, это настолько атмосферная карта, что с ума можно сойти. Я должен пойти в мой офис и найти ключ от пятой комнаты. Чего? Найти какой-то ключ. Ничего не выскакивай, пожалуйста, не надо, ничего не надо! Там баскетбольный мячик просто так прыгал. Дайте еще раз прочитаю эту записочку, пожалуйста. Мне нужно пойти в мой офис и найти ключ от комнаты, которая находится на пятом этаже. То есть я, получается, не друг того чувака, которого убили, а я, походу, какой-то учитель, да? Мазоп! Воу-воу-воу-воу-воу! Погода! Потише, потише, да! Передача, 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 Эдисон пасует, Эдисон пасует, Эдисон, Эдисон пасует, а, спотыкается, спотыкается, Эдисон, да, не в ту сторону, а в ту, вот туда, Эдисон бежит, Эдисон, бежит, 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 берет мяч в руки, берет мяч в руки, только, да как мне мяч в руки взять, подождите, мяч в руки, мяч в руки, я сказал, берет, а, но мяч непослушный, мяч от меня ука, ладно, ничего страшного, хорошо. Может, мне вот туда на улицу нужно выйти? Или все же куда-то вот сюда? Ну, знаете, пока что ничего страшного еще не произошло. Поэтому, мне кажется, да, в принципе, ничего страшного не будет. Это просто закрытая школа, куда я пришел посередине ночи. Ха! Во мне же живет ДНК Эдуардо Перетиано. Поэтому я бесстрашный, бесстрашный детектив. Ничего страшного здесь не будет. Я, по крайней мере, надеюсь. Только я не понимаю, почему музыка перестала играть. Там, опа. Бобик! Ядрить, колотить! Ты здесь никого не... Бобик, я уже успел... Трусы мне нужно, да, пойти поменять. А он меня съест? А я туда не могу пойти. Ты не можешь ко мне достать лохопудина! Да-да-да-да-да, я бы тебя покормил чем-то, но у меня еды нет. Ну и все, оставайся там. Ну, он меня, конечно, напугал на самом деле. Бобик, а я до сих пор тут. Ты можешь, конечно, опять выпрыгнуть, опять меня напугать. Ну, давай, давай, давай. Ну, до меня ты, конечно, не достанешь. А прикиньте, если сейчас по сюжету будет такое, то что у него порвется цепь, и он начнет за мной бежать. Ну, я, конечно, вообще свои пятки в ноль сотру. Потому что буду от него бежать просто на всех парах. Воу-воу-воу. Это не я дверь открыл. Это не я. Или здесь какой-то призрак, или все же это автоматическая система открывания двери. Если она сейчас еще закроется, мне кажется, сейчас вот здесь кто-то должен появиться, не? А, или это у меня ключ был. А, это да, у меня два ключа было, которые я израсходовал и наконец-то зашел в школу. Вот сейчас я с уверенностью могу сказать и дрить колотить. Потому что... Мы пробрались на территорию школы, но сейчас мы находимся уже в самой школе. Я хочу закричать на всю школу. Динь-динь-дан, мазафакеры, здесь кто-то есть, признайтесь, пожалуйста, чтобы я вас не поранил. Потому что я здесь настоящий маньяк, как мне кажется. Ёпер, если сейчас что-то выпрыгнет, хотя по идее не должно, потому что я читал описание карты, здесь было написано то, что эта карта не про... демонов и не про призраков. То есть эта карта, как я понимаю, про маньяка.
Это все, конечно, очень хорошо, но мне кажется... С меня аж наушники спали, подождите, дайте я спрячу здесь. С меня аж наушники спали. Мне кажется, я играю до первого появления маньяка, и потом я сразу же закрою Майнкрафт и сразу же его удалю. Почему-то мне кажется, что сегодня я удалю Майнкрафт и больше никогда в него играть не буду. Все хорошо. Читать это хорошо, ходите дети в школу, выкидывайте мусор. Мусор нужно выкидывать, а не кушать. Запоминайте, дети. Мусор нужно выкинуть. Так, туда я не могу пойти, да? Туда я не могу, значит, я пойду сюда, потому что это единственный проход. Вот надо было тебя меня просить, чтобы Эдисон, ты карту прошел. Вот на самом деле, это очень плохая идея была, как я понимаю. Очень плохая идея была проходить хоррор-карту, потому что... Не только я сейчас буду сидеть с полными штанами новогоднего настроения, а и ты тоже. Так что за записки там? Я всегда посматриваю назад, потому что... Просто замечательно, просто. То есть я пришел в свой офис, да? Я пришел в свой офис, и кто-то мне разбил стекло в этом офисе. Сейчас мне булыжник в лицо прилетит, у меня такое ощущение есть. Ладно, поэтому я отойду чуть подальше. Записка. Кто-то там снаружи. Мне нужно быть внимательным. Конечно, кто-то там снаружи. Тебе только что булыжник в лицо чуть не прилетел. Ладно, от чего этот ключ? Опа, вот от чего. Is anybody home? Anybody home? Answer me, please! Я просто не знаю, это какая школа, русская или... Я все же где-то в Греции нахожусь. Опа, оп, 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 оп! Заходи! Закрывай дверь за собой на всякий случай! Так, здесь я ничего не вижу. Не, сейчас опять мне стекло разобьют, у меня есть такое ощущение. А зачем я сюда зашел, если здесь ничего нет? И музыка прекратилась. истерический смех, это значит то, что сейчас что-то будет очень плохое, ай-яй-яй, аюшки-маяюшки, заходи, только не бросайте булыжники, пожалуйста, не надо булыжники мне бросать, карта Адэниел, а, это испанская карта, потому что карта на испанском и на португальском это письмо, я, конечно, не буду это все читать. Директора зовут Алфонса. Да, это испанская карта. Не курить! Курить, в принципе, очень вредно. Так, что я нашел? Я нашел записку для директора. Оу-оу-оу-оу, я слышал, что кто-то сказал... Пшшш! Я оставил ключи от класса в там возле будки с этим, с собачурой. Я помню то, что она называлась Caretaker. Я не появлюсь в школе в ближайшие недели. Типа он нам написал то, что ключи находятся вот там. Значит, мне нужно бежать, скорее всего, вот туда. Опять на улицу. Потому что, как я уже сказал, я помню то, что возле будки то здание, которое там находилось, называлось Caretaker. Caretaker. Страшные звучки всякие. Новые записки у нас. Мне нужно пойти вот это здание. А почему я не могу через окно просто сюда выпрыгнуть, потом спуститься сюда на крышу, с крыши спрыгнуть туда и сразу буду там? Почему мне нужно прям спускаться? Ладно, ребятушечки, мне кажется, можно снять немножечко наушники. Опа! Is anybody home? Я не знаю, is anybody home or not home, or anybody... Короче, мне место на 4 буквы, как я понимаю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Где-то двери начали открываться! Чё? Какие двери? Какие двери? Шо-шо начал открываться? Сваливаем, пацаны, пацанесса! Сваливаем с этого дурдома! Сваливаем! Только не закрывайся дверь передо мной, пожалуйста! Ху! Потряс, ну я успел выбраться отсюда. А почему дверь сейчас здесь открыта? Подождите, давайте проверим, на месте ли наш Бобик. Бобик, ты здесь? Да, Бобик здесь, Бобик еще не пропал. Это хорошо, значит я не один здесь живой на этой территории нахожусь. Так. Директор Альфонсо сказал то, что он оставил ключи вот здесь. Директор Альфонсо, я не знаю, где вы оставили ключи, но я никаких ключей не вижу почему-то. О, вот ключи, директор Альфонсо. Все, ага, забери ключ. Да ключ забери.
У меня опять мурашки по коже пошли, потому что там какой-то ненормальный смеялся. Сейчас мне нужно пойти в класс номер 5, где я был преподавателем. Это все очень прикольно на самом деле, как мне кажется. Но, наверное, нам нужно закончить эту серию. Почему-то у меня такие впечатления. То, что чем дальше в класс, тем больше маньяков. Народная мудрость от Едисона. Я не знаю, где класс номер 5 находится. Вообще не знаю. Я даже не знаю, подожди, а где... Что я вообще делаю здесь, пожалуйста? Выпусти меня просто из этой школы. Никого здесь кто-то есть? Вы дебилы, школа закрыта, вы почему... пустите, 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 пустите. Да закройся, чё за дичь, почему это, алё? Выключите шурманку. Это я, подождите, это я только что? А зачем ты, дебил, выключил свет, если только что ты все видел? Везде свет горел, а ты сам его выключил. То есть ты думаешь, что у тебя слишком много мозгов? Мне кажется, что ты сильно ошибаешься. Подождите, вот сюда я могу сейчас пройти? Что двигается? Это я двигаю, ясно, мутрясно. Это может быть хорошо, это может быть плохо. Ты дурак? Кто дерзок? Я спускаюсь в подвал. Записка новая появилась. Кто-то закрыл двери прямо передо мной. Мне нужно пройти туда через подвальчик. Слушайте, ребзя, давайте мы пройдем, конечно, с вами через подвальчик, но, скорее всего, в следующей серии, потому что я не хочу продолжать эту серию. Я тебе скажу огромнейшее спасибо, если ты прямо сейчас слепишь лайкусик, я обещаю то, что в следующей серии я поиграю или с Катюхой, или все же сам, но мы посмотрим. Я обещаю то, что я с Катей пройду хоррор-карту как можно скорее, если ты, конечно, меня попросишь. И с наступающим тебя Новым годом. Желаю, чтобы в твоей школе такого не произошло, как здесь, на этой карте, но все же, еще раз тебе скажу огромнейшее спасибо. Ждем следующей серии. Надеюсь, то, что она будет как можно скорее. Всем удачи и всем пока. Или не пока.